сегодня видите то, что сумели мы сделать ради наших жителей, наших детей, внуков. Мы хотим, чтобы эта радость не просто она была какая-то мимолетная, ежеминутная, а она была продолжающаяся на всю оставшуюся жизнь. И у каждого, чтобы было впечатление, у каждого, чтобы была память и оценка о жизни своих отцов, дедов, прадедов. Я нахожусь под таким впечатлением, которое я просто не могу передать. Во-первых, я увидела эту нашу сумасшедшую природу, которую мы не видим там у нас в Москве. Я никогда не была на Дону, никогда не купалась в этой реке. И я никогда не видела эти гидросооружения. Мне, конечно, стыдно, у меня была немножко другая жизнь. И вы знаете, я потрясена тем, что вот ваш этот крошечный город, я почему-то называю его городом, не могу называть его поселком, после всего, что я увидела, вы продолжаете традиции вот тех защитников Сталинграда, которые отстояли эту землю, а ваши предки и те, кто вот в 50-х годах приехали сюда, они продолжили этот подвиг своими трудовыми буднями. Вы знаете, я в интернете посмотрела парк, несколько аллей, бюсты. Я думала, какие люди сохраняют память. Когда я приехала, я чуть не упала в обморок. У вас Екатерина, Петр Первый, у вас адмиралы, Корнилов. Я даже не буду перечислять, кто у вас здесь стоит. У вас дети должны мечтать сюда приехать. И вы понимаете, что это сделали вы своими руками. Это не наши деньги на Поклонной горе. Я Ивану Михайловичу сказала: Иван Михайлович, ведь у нас на Поклонной горе этого нет, потому что там вот это просто большие деньги поставили. Ну и в принципе люди чтут, да, но здесь же вложен ваш труд. Я каждый день вижу, как у вас поливают цветы. При мне вот сегодня ставили памятник, эти чудесные фигурки русских сказок. Вы понимаете, это все ваше, и оно тоже немножко наше, нам это очень приятно. Так вот, что я вам хочу сказать, дорогие мои, мне это огромная честь, что вы выбрали моего деда, чтобы поставить его в вашей аллее. И, конечно, я понимаю, почему, увидев эту реку, пройдя по шлюзам, я понимаю, какое он имеет отношение к вам, потому что мы все с вами огромная, великая водная держава. Вот если так у нас с вами будет везде, то у нас все будет хорошо в стране. Но когда я съездила к вам, я теперь верю, что у нас будет все хорошо. Дорогие мои, в день начала войны я поздравляю вас с Днем Победы. Пусть наши ветераны живут долго и счастливо. Пусть наша молодежь вырастет достойно этих ветеранов. А вам, дорогие речники, с праздником. И спасибо за то, что вы сохраняете нашу страну великой водной державой. Спасибо. Планируете ли вы своих детей сюда привозить? А вы знаете, мы вообще уже давно привозим детей, потому что я работала и в кадетском корпусе, и в обычной школе. И для нас путешествие с детьми в поисковые экспедиции это не новость. И вот школа Николая Герасимовича Кузнецова, с которой мы сотрудничаем, она очень часто бывает на Северном флоте, в Мурманске, в Североморске. Мы даже были и в бригаде «Спутник». Нас принимают на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Для нас это совершенно нормальные будни. Сейчас я работаю в высшей школе экономики, где мне опять же повезло, что дети нашего лицея принимали участие в акции «Бессмертный полк». И у нас была развернута огромная мемориальная экспозиция в школе, в нашем здании, где дети принесли фотографии своих близких разных национальностей, совершенно разного рода занятия во время Великой Отечественной войны. Это были труженики тыла, это были и моряки, там были адмиралы и генералы, простые рядовые. И вот эта вот наша работа, она в принципе не для взрослых. Это же, конечно, для того, чтобы наши дети потом выросли, и они точно так же чтили память наших близких, как и мы. Поэтому мы очень бы хотели приехать со школьниками сюда к вам, чтобы они прошли по реке, чтобы они увидели все красоты вашего крошечного Пятиморска. Ну и, конечно, мы бы хотели привезти их в Волгоград, и я надеюсь, что мы это сделаем.